Привет, дорогие друзья! Это новый выпуск «Художник деревни». В общем, то, что у меня позади, я расскажу чуть позже. А пока хочу вам кое-что показать. Показать я вам хотел сейчас барбосов, поздороваться с ними. Ага. А барбосы уже пошли по делам. Все понятно. Они, видите, только покушать приходят. У них тут очень много интересных дел. Только что покушали и уже рванули на свои дела. Покажу вам прекрасную даль. Ноябрьская туманная даль. Купаться в такую погоду одно удовольствие в реченьке. Просто заряжаешься с утра, ух, на целый день. Красота какая. Еще кое-где листики остались. И такой прекрасный лес. Что еще из новостей? Из новостей у меня последний арбуз начат. В общем-то, арбузы еще чуть-чуть можно выловить в городе. Но они уже, так сказать, маловкусные. Пойдем кухню. Так, если будет у меня настроение, покажу вот эту штуку, что за она появилась в хозяйстве. Доволен. А здесь у меня, поскольку раннее утро, ну как раннее, ну утро, решила в русской печи, во-первых, прогреть кухню, потому что уже как-то, ну так, не очень комфортно. А во-вторых, решил приготовить какую-нибудь кашу гречневую, к примеру. Вот так. Здесь дровишек тоже все заготовлено. Хотел я, знаете, начал даже отпиливать старые деревья. Сейчас вам покажу через окно. Вот эти вот. Омолаживать их начал, но все-таки пила моя не пилит, надо цепь менять. В общем-то, с этим делом я решил пока остановиться. После того, как закончим живописью, пойдем ближе к речке, там плантация ежевики у меня находится от прежних владельцев. И там уже идут работы, так сказать, по улучшению того участочка. Ох, не могу не заснять эту прекрасную перспективу. Просто хочется молчать и любоваться этой красотой. Так вот, возвращаюсь я к тому, с чего начал. Сегодня я буду начинать новую работу. Вот эту вчера закончил, возможно, не до конца закончил. Вы видите, на моем рабочем месте я не убираю картины, потому что я долго рассуждал, смотрел и понял, что не удовлетворен я своим уровнем живописания, так сказать, и вношу корректировки в свою творческую деятельность. Сегодня я начну новую работу. Вот меня вдохновила фотография. Все отсвечивает. Так, что, как нам сделать? Вот так вот. Ну, более-менее видно. Вот так лучше видно. Фотограф Роб Виссер. Нашел в интернете такого фотографа. И вот с его фотографией, она меня вдохновила, я буду писать сегодня, начинать новую работу. Формат, видите, у меня совсем другой. Там вертикально, у меня горизонтально. То есть я беру за основу что-то, да, какую-то идею, но картину вот мне нравится больше самому как-то думать, так сказать, смотреть, наполнять ее жизнью. Ну, в общем, начинаем. Чего начинается написание любой картины? Я смотрю
на образец, с чего я буду писать, и я выдавливаю примерно краски, которые будут задействованы на начальном этапе. В чем заключается начальный этап? И он заключается в том, что надо избавиться от белизны холста. То есть всю работу надо заложить, так сказать, первым слоем краски. Как только будет заложен первый слой краски, мы сразу будем видеть, где чего и как не хватает. И уже будем насыщать картину жизнью, можно так сказать. Красочки я выдавливаю много, поскольку придется здесь вносить много оттеночков. Работа кажется простой, но на самом деле она очень даже непростая. Так, и еще одну красочку, наверное. Эту не буду. Вот последняя красочка осталась. Зелененькая, темно-зеленая. И она у меня заканчивается. Самая ценная краска у меня и заканчивается. Ну ничего. Вот из этих основных красочек и будет заложен первый слой картины. Вот этой вот. Рисовать картину очень просто. В одну руку берется кисточка, абсолютно любая. В общем-то, чем... Есть правило такое, чем больше кистью пишешь, тем лучше. То есть начинать надо с больших кистей, в другой руке тряпочка, и без предварительного рисунка, можно так сказать, начинаем смотреть на фотографию и дальше уже наносить предварительный рисунок. В этом этапе надо действовать максимально, стараться быстро. Тут можно ошибаться, это все поправится. Вот вы видите, я уже занял 1/3 практически работы предварительным слоем. Где-то уже сразу начинаю уточнять. Надо вот этот этап рисовать, как будто кто-то гонится за вами, и надо стараться от него убежать. Это в том плане я говорю, что рисовать надо тут быстро.
Сразу, видите, уточняю. Кое-какие цвета положил не совсем верно, поэтому раз на кисточке есть нужный цвет, я его сразу же и добавляю. Беру другую кисть, какая попадется мне под руку, и выбираю лучи солнышка. Вот здесь у нас будет солнышко. Тут будут идти лучи в разные стороны. Солнышко наметили. И теперь от солнышка можно двигаться дальше. И вот попутно уже картина начинает просить дополнительные цвета. Вот уже белый просится, потом светленький просится. Сразу же уточняем мы. Вот здесь вот будет самое светлое место в нашей картине. От него будут идти лучи. Ну, в общем-то, чтобы не затягивать выпуск, я буду прерываться и попутно буду вам показывать промежуточные этапы. Вот этот этап, он хорош тем, что тут можно ошибаться. И работать очень-очень быстро. Пока, видите, каляки-маляки получаются, и что-то я вот хочу как-то, чуть-чуть уже хочу поменять работу, чуть-чуть ее изменить. У меня уже лес станет, уже появится еще одно дерево вот здесь. Лес чуть-чуть опустится, станет ниже и будет уходить ступеньками вдаль. Там в лесу появится некое пространство.
Вот у меня идея, знаете, какая? Сделать вот там вот такую арку природную, и вот свет будет как бы отсюда идти туда. То есть мы будем путешествовать по нашей картине. Ну, вот мы почти уже заняли весь холст. И уже скоро начнется творчество. Пока что это ремесло идет, пока что это, так сказать, техническая часть. Так, ну, прервемся. А видите, я вот хочу прерваться, а вот не отпускает меня холст. Хочет продолжения. Так, дадим здесь акценты световые. Ну вот, вот так мы холст закидали. Кстати, можно еще сразу же, чтобы было более понятно, что к чему и откуда, добавить деревья. Я думаю, это будет очень неплохо. В том плане, что мы сразу поймем, где какое дерево соприкасается. Тут, допустим, сделаем вот такой наклончик дерева. Сейчас сделаю более темным дерево. Вот так вот. Дальше второе дерево будет более мощное. Оно будет стоять прямо. Деревья, они не ровные в основном, поэтому я и рисую их
кривенько. Дальше. Смотрю, где еще посадить дерево. Вот основное дерево будет акцент брать на себя. Вот это дерево. Делаем. Опа. И вот чуть его затемним. Тут дерево. Потом что у нас сделаем? Вот тут вот дерево. Вот, это на ближнем плане потом. И закинем пару деревьев на дальний план, более дальний план. Так, не знаю, как там видно, не видно. И надо ли все это показывать, этот процесс, но что-то захотелось показать вам. И вот так вот пустим. Вы видите, большой кистью рисую, но уже надо брать поменьше, чтобы контур дерева не вылазил за свои будущие границы. Потом дольше его убирать придется. Вот так вот. Тут дерево. Тут. Тут какие-то деревья. Эти делаем поменьше. Так, где еще просится дерево? Дерево просится вот тут вот у нас. Вот так вот. Чем дальше от нас деревья, тем они будут более прозрачные. Нет, вот здесь не надо дерево. Так. Вот там где-то вдали хочется дерево, но оно чтобы было очень незаметно. Вот. На ходу придумываю, где посадить деревья. Видите, в картине их садить гораздо легче, чем в реальной жизни. Они садятся моментально.
Ну, вот так вот по-быстренькому накидали. Чуть-чуть подправить дерево. Вот так вот. А тут хочется дереву дать братика, которое растет из одного корня. Ну вот. Ведь даже, блин, оторваться не могу. Так оно все захватывает, прям кураж появляется. Вот. Вот это уже сделан, так сказать, каркас. Вы видите, и он у меня получился. Ну, что-то есть похожее, но абсолютно не похоже вот на то, с чего я взял за основу. То есть, видите, я вдохновился той работой, и что-то будет вот у меня вот здесь. Теперь я прервусь, посмотрю, как там печенька. Глаз должен отдохнуть, и потом вернусь. На самом деле, вот кажется, что это все просто. Вот так вот помазюкал, что-то там накидал, и все, и хорошо. Да нет, там, знаете, столько вот сил уходит, столько уходит энергии. Я не знаю, что, но вот я пока пишу картину, я постоянно что-то ем, жую, хомячу. Ну, просто, ну никак. Видите, печка осталась без присмотра, и она не хочет гореть. То, что там прогорело, а дальше не идет. Вот, поэтому займусь сейчас печкой опять. И я все хочу вам вот эту штуку показать. Вот все хочу, но чуть-чуть отложу далее. Все-таки решил вам показать вот даже тонкости, мелочи жизни в деревне. Вот видите, у меня погасла печь. И теперь мне надо сделать... Балбосы прибежали. Прибежали балбосы, балбосы, балбосы. Аватарыч. Тигра. Вот они, знаете, полюбили, им нравится вот это кресло, где тигра, да? И... вот этот вот стол я на него положил, чтобы им потеплее было. И вот они вот так вот восседают гордо. Здесь они и ночуют, здесь им нравится. Не знаю, будка почему-то им не прижилась. Пока им вот здесь нравится тусоваться. Видите, я перескакиваю с темы на тему. Ну ничего, такая жизнь у нас. Пока есть вдохновение, надо все-таки вам показать. Вот, смотрите, друзья, приходится идти в сарай, брать топор и брать что-то такое сухое, но при этом маслянистое. Вот я выбираю масляка, сейчас где-нибудь здесь найдем маслянистое, если есть, чтобы лучше горело, грубо говоря. Вот, ну я ничего не нашел, поэтому возьму первое попавшееся. Вот это мне нравится. Опа. Иди сюда. Давай. Опа. Вот. И с него сейчас буду колоть всякие фрагментики. Не взял я этот самый штатив. В общем, ну сейчас что-нибудь придумаем. Та-та-та-та-та-та.
Вот сейчас мне надо сделать вот таких вот тонких щепок. Они легко поджигаются, достаточно долго горят для того, чтобы поджечь основное дерево. Их я еще раскалываю на две, на три части. И получаются такие вот лучины. Ну что ж, лучинок я принес. Сейчас мы все дело положим красивенько. Так, уже точно загорится наше дело это. Потому что, ну как это? В коем-то веке решил печку истопить, а она не хочет загораться. Опа! И вот такую мелочевочку, которая очень легко воспламеняется. Опа, есть. Беру эту штучку. Сырость, туманность и большая влажность. Вот такие штуки надо заранее наколоть и сушить на печке, чтобы они были сухие, и тогда не придется так долго держать огонь, чтобы их запалить. Вот какая красота. Пока разгорается печка, я решил приготовить необычную кашу. Я беру яблоко, его измельчаю. У меня есть еще одни ингредиенты, которые я буду показывать вам уже непосредственно, когда будет готовиться каша. Я измельчаю яблоко, нашел его на своем участке. У меня есть дерево, где просто огромные эти яблоки. Такой сорт. Не совсем вкусные. Поэтому я его больше буду использовать в каше. Быстренько нарезаю. Так, возьму я еще, наверное, хочется мне одну морковочку. Большую морковочку возьму. Вот, пока я буду все это дело готовить, я расскажу. Вот эту штуку, это блендер, мощный блендер, я давным-давно уже хотел купить. Вот просто давным-давно. Но я смотрел цены у себя в стране на нормальные блендеры, на мощные. И я понимал, что, блин, я не готов столько денег тратить на блендер. Вот. И думаю, посмотрю-ка я на Алиэкспресс. Залез, смотрю. Ну, цены приятные. И думаю, как-то надо выбрать, чтобы, ну, не кинули, чтобы доставка нормальная. В итоге долго выбирал, нашел одного продавца, заплатил. И смотрю, трек-номер, посылка вроде как отправлена, но движения по ссылке нету. Я пишу продавцу, говорю, а что такое, почему нет движения? Он оп, сразу написал, дал сайт со слежением, то есть очень быстро ответил. Мне понравилось, что моментально все это ответил. Я увидел, что все идет. И мне понравилось, что доставка почтой с ДЭК. На обычной почте приходилось стоять там, вроде пару людей, а знаете, как там время как будто на почте останавливается. Вот стоишь, думаешь, как так долго можно пару людей обслуживать.
А вот в СДЭК пришел, никого нету, получил, пошел. Вот, доволен я этой штукой, я уже ее пробовал вчера. И думаю, ну блин, надо вам показать, может вам понравится. Вот, большие куски почему-то вот оно у меня не берет, может я не приноровился. Вот, поэтому я измельчаю, делаю поменьше. Может я просто, ну, так сказать, первый раз вчера пробовал. Может какие-то есть тонкости, как это все делать, я не знаю. Вот, может кто-то имеет большой опыт пользования блендером и мне подскажет. Вот, взял я, сейчас словил себя на мысли, что появилось у меня слово паразит. Оно называется вот. Измельчил. Значит, теперь я показываю основные ингредиенты. Вы видели, морковка, яблоко. Я беру чуть-чуть вот этого вот. Да, все знают, что это такое. И беру семя льна. Семя льна я вчера замочил. В таком стаканчике оно набухло. В общем-то, из всего этого буду я готовить. У меня в комплекте было два кувшина. Один поменьше, второй побольше. Решил взять два, они такие тяжеленькие. В общем-то, и... Что говорить-то, надо сделать. Высыпаю это все туда. Чуть-чуть водички. Водички тут нет. С патрана чуть-чуть водички. Так. Что дальше? Всыпаю яблоко, морковку. Вы просто поразитесь, насколько он мощный. Ну, просто у меня раньше такой техники не было. И такие мощности я видел только на строительных инструментах. А вот, что я еще дам? Я еще дам приправ. Я очень люблю приправы различные. Вот эту приправку я с Турции привез. Даже не знаю, что за она. Может, кто-то знает, даже не знаю. Но мне нравится. Хмель мели-сумели. Очень мне нравится. Вот, и что я не положил? Вот это еще не положил. Вот эти орешки. Миндаль. Миндаль кладу. Забыл, как называется, если честно. Все, беру крышку. Были крышки еще, и была вот такая вот палка, как... Ха, я вызываю вас на дуэль. Так, так, так. Вот, палка, чтобы, ну, вот это все дело утрамбовывать. Здесь есть два выключателя и увеличение скорости. Я включу на самой маленькой, на первом этом. Написано 4500 ватт, то есть вообще мощь. А, я ж не включил розетку-то. Самое главное.
И вот что мне понравилось, вот это блюдо, оно называется кашей. Наверное, кашей. Мне понравилось, оно взбивает прям в такую однородную пушистую массу. Она такая вкусная. Ну просто кайф. Так, надо достать тарелочку, в которой я это буду кушать, эту вкусняшку. Ой, так плотно оно закрывает. Вот эта крышка, она, видите, прямо прорезинена. То есть уже настолько качественно сделано. Это мне понравилось. И снимается моментально. Давай. Вот она какая красота. Возьмем ложечку и все это дело достанем. Моментально делает. Ну ничем другим на терке я такого не сделаю. Такой однородной вкусной массы. О. Аж не могу удержаться. Прям хочу попробовать. Вот она. Сверху можно украсить зеленью, помидорками. И, в принципе, очень-очень... В общем, друзья, все, пошел я кушать, смотреть на огонь. Ссылку я оставлю в описании, если захотите такой, чтобы долго не искать. В общем, ссылка будет под видео. А я пойду и посмотрю, как здесь у нас дела. Дела нормально. Я беру штуку, кочергу. Видите, я ее летом подготовил. Вот такая она. Покрыл раствором, обчесал, чтобы она прям приятно в руке была. И все это дело я отправляю подальше, чтобы прогреть еще и лежаночку. А мало ли, поночевать не захочется на лежаночке. Скорее всего, даже и захочется. Так. Все. Красота. Вешаем обратно. Вот здесь я так хопа. Чик. И она на месте. Ой, красота, красота. Наносим веточки. Картина сразу оживает. Оп. Сразу пристрелочно. Посмотреть, как она будет.
А потом утолщаем. От нее опускаем тоже расходящиеся веточки. И вот сюда просится веточка. Оп, сейчас будем утолщать. И вот эту веточку. Вот это дерево сразу утолщилось. Чуть-чуть вот здесь вот утолщить. Все, можно брать следующее дерево. Тоже его сразу делаем. Более темненьким. Точно так же, как и эти, делаем более темненькие на переднем плане. Да, видите, прохожу сразу по всем деревьям ближнего плана. Так. Хоба. Так, ну и надо же веточки нам нарисовать на других деревьях. Вот здесь вот просится веточка. Вверх пошла. Ее отходит тоже. Вот здесь вот просится веточка этому дереву. Коряжестая такая. Так. И что-то вот тут у нас веточка. Потихонечку, потихонечку что-то да вырисовывается. Так. Пока я писал картину, печечка протопилась, и теперь я поставлю томиться гречку. Насыпал гречечку, обязательно я добавляю специи. Специи по вкусу. Соли я не добавляю, я не люблю соль, не ем. Положу перчик, красный жгучий перец, просто шикарно будет. Вот, и, пожалуй, еще положу зубчик чесночка. Я думаю, это дело будет шикарно в кашице.
чеснок, он сам по себе полезен, и вот в каше, когда будет томиться, вкус его будет не так ярко выражен, и, соответственно, это самое то. Вот так, почистил на 4 части, закидываем, заливаем водой. Горочкой, вода ключевая, вот так вот, и это все дело, как бабка-ёшка прямо в такой посуде готовлю, вот оно какое красивое, там плавает все, не знаю, видно, не видно, вон даже перчик виден, ого, вот, все это дело ставим в плиту. Так, значит, кашицу закрываем крышечкой. И тут я подумал, в печечке есть угольки, а у меня есть картошка. Почему бы это приятное с полезным не совместить? Закидываем картошечку в угольки. 4. Ну ладно, уже 5. Вот так вот. Дальше присыпаем угольками. Вот так вот. Вот так. Насыпали горочку. Еще возьмем угольки. Вот эти вот сверху. И отправляем чугунок томиться. Давай, 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 давай. Вот так вот. Все. Дело сделано. Теперь осталось закрыть крышку не плотно, а чтобы чуть-чуть выходил жар. Ну и это дело мы оставляем. И идем дальше. Так, уже часов 5, часов 6 с копейками уже темнеет. Видите, уже солнышко вон там, и скоро оно спрячется за лес. А я еще вам обещал показать, как там идет дела, что нового на втором участке, там где огород. Вот мы сейчас туда с барбосами и пойдем, они нас проводят. Пойдем, пойдем, пойдем. Так, вот здесь вот у нас, кто помнит, вот здесь вот посерединке были высажены деревья. Были высажены кустарники. Я все-таки ходил, думал, что-то не так, что-то хочется по-новому. По-другому. В итоге я посадил и деревья, и кустарники. Метр отступил от забора. И вот сюда пересадил. Вот они, кусты голубики. Идут через 3 метра. Между ними будет дерево. Вот, и все это посажено через 3 метра. Вот эту часть, середину участка, я буду освобождать. Начал было обрезать деревья, ну, как я уже сказал. Кстати, вот яблоки еще не собрал, потому что, я думаю, может их на сок пустить, но они, в общем-то, не очень вкусные. Но, тем не менее, долго-долго лежат. Ладно, идем дальше. Сосед мне сказал, что здесь зимой орудуют зайцы. Поэтому самые ценные растения, а именно персики и грушу, я защитил вот при помощи вот такой вот сетки арматурной. И сделал вот такие кожухи. Вот, идем дальше. И вот почти одна сторона уже целиком засажена. Пересадил и кустарник. Он рос вот здесь. Вот крыжовничек. И все остальное вот так оно идет полосой. Полоса почти до низа. И потихоньку я буду омолаживать середину. Высоту буду деревьев вот этих вот
огромных деревьев буду высоту понижать, чтобы они были ниже, и, так сказать, планомерно их омолаживать. Спустимся ближе к речке. Нас тигра ведет. Ну ладно, веди, показывай. Поводырь ты наш. Тигрюга вынюхивает. Надо как бы заканчивать выпуск. Надо еще собачек выгуливать, пойти. Вот у соседа какая красота растет. Какая красота. И что я здесь делаю с этими кустарниками, зарослями? Вы видите, я пособирал все отростки, которые уже отцвели. Ежевика — это считается двухгодовалого цикла растения. В первый год появляется вот такой вот побег. Просто, да? На второй год он уже плодоносит. Те, что плодоносили, они засыхают. Вот как вот эти вот засохли. Вы видите? Вот. Засыхают. И все. Вот эти, которые засохли, я убрал. И что я придумал? Я привез с города, у меня была теплица, которую я сам как-то придумал был. Сделал дешевую, нормальную теплицу, которая много лет у меня стояла. Вот, потом решил все-таки купить нормальную, так сказать. А вот эти уже направляющие гипсокартона привез сюда, и они будут здесь столбиками. Вот будет вкапываться столбик здесь, посерединке и в конце. И то же самое здесь, посерединке и в конце. А между ними будет идти, так сказать, прорежена часть. И не могу вам договорить, друзья, кого-то там погнали, собаки на дерево загнали, кого-то светлого. Сейчас хочется пойти глянуть. Собаки эти. Как я не пытаюсь их отучить. Вон, тигра, видите, уже на дерево полезла. Во. Видите, какая? Уже на дереве. Как не пытаюсь отучить, чтобы котов не пугали. Пока не получается. О, видите? Они уже ушмыгнули. Понимают, что сейчас получат звездюлей моральных. Так, кто там на дереве? Кто же там на дереве? А, котенок. Котя беленький. Сейчас сделаем. Он какой красавчик. Беленький. Кисонька. Мурлыс. Сейчас мы уйдем в лес гулять, и ты слезешь спокойненько. Вы видите, возле самой воды котик, наверное, рыбку ловил. Ай, не стыдно вам, барбосы. И не стыдно вам. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Котов гоняют. Ну не могу ж я вам и речку не показать, эту красавицу. Речка передает вам огромный-огромный привет. Желает вам счастья, здоровья, молодости, достатка, чтобы хотелось и моглось в жизни, и все светлые цели и желания исполнялись. На этом выпуск заканчиваем. До свидания, друзья. Увидимся в новой серии «Художник деревни». Попрощаться-то мы попрощались. А вот сейчас гуляем с барбосиками по лесу и думаю, вот как это так? Не показать прекрасный осенний лес нашим уважаемым зрителям. Ночью спать не буду. И думаю, надо все-таки показать прекрасный лес.
Вы знаете, чем мне нравится вот этот лес? Не вот, вот этими вот ложными лисичками. Он нравится тем, что абсолютно нету комаров. Потому что летом, ну, не остановиться, не насладиться. Потому что сразу начинают атаковать по полной. А вот сейчас можно ходить, бродить, гулять, наслаждаться. И никто тебя не подгоняет, так сказать, в виде кровососущих красавчиков. Вот здесь какие-то грибы. Кто-то собирал грибы и выкинул вот такого вот красавца большого. Поднимемся на горочку. Здесь горочка какая-то. Я люблю, если вижу, что в лесу горка, я люблю на нее забираться. И сверху смотреть, как она, виды какие открываются. Ну и, соответственно, мне нравится осенний лес из-за обилия прекрасных грибов. А вот заморозки у нас еще не начинаются, поэтому можно встретить. Я еще даже пару дней назад боровичков находил. А сейчас самые распространенные грибы вкусные, это вот, вот эти, как раз, видите, говорю, как раз нашел гриб. Это зеленка. Ну ладно, вырву для вас. Зеленка она называется, вы видите, потому что, ну, соответствующую имеет окраску зеленую. Вот, посажу обратно. Не знаю, приживется, не приживется. Ну, вам показать надо было, потому что не все знают, что этот гриб съедобный. Вот. Но, к сожалению, в этом году не было брусники, моей любимой ягоды. Была засуха. И как-то потом, потом уже ягода не успела, так сказать, набрать. И, так сказать, пропала. Вот здесь мы вешали фотоловушку как-то в одном из выпусков. Вот там вот. Кстати, можем спуститься, да, и посмотреть, есть ли новые следы животных. Так, ну все, барбосы первые пошли в разведку. Пойдем, пойдем, посмотрим. Ой, тишина, красота, ветра нету. Любо-дорого прогуляться. А, и вот еще покажу вам еще одни грибы. Вот эти вот называются грибы подзеленки. Или сивухи, другое их название. Они очень похожи на зеленки, только другого цвета. Тоже вкусные грибы. Опять я вырвал некрасиво. Не знаю, уже нам не приживется. Ну, вам тоже надо было показать. Вот такой вот гриб. Очень даже съедобные, очень даже шикарные. Вполне. Так, и вот здесь обычно много-много следов было. Но я пока свежих не вижу. Вот здесь след, а это от обуви. Так, так, так. Нет, следов даже не видно, друзья. Значит, сюда больше не проходили крупные животные. И еще одни грибы, которые я с удовольствием собираю, они называются сыроежки. Вот это вот сыроега. Вот такая она красивая. Тоже вырву уже, ладно, покажу. Вот, видите, тоже так. Такую имеет обратную сторону. И вот так вот. И название интересное, видите, сыроежка. По логике можно кушать сырыми. Я не пробовал сырыми, но интересно. О,
можжевельничек, красавчик. Какая красота. Такая прям весенняя насыщенность вот этих вот иголочек. Аж даже настроение еще больше поднимается. Красота. А вот здесь, кстати, нашел я следы. Очень даже крупноватые. Вот, вот. И вот они вот так вот так 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 и пошли. Но мы туда не пойдем. Уже как бы смеркается, быстро начинает темнеть. А до дома еще идти, идти. Барбосики зато довольны. По лесу погуляли. Надеюсь, и вам тоже понравилось гулять вместе с нами в лесу. А в целом, мне всегда интересно, ну вот как выпуск. Ну, понравился, не понравилось. Вот что понравилось, а вот что не понравилось. Вот обратная связь ваша очень мне интересна. Собственно говоря, ради нее, скорее всего, даже и снимаю, ради обратной связи. Потому что, ну, давно я хочу уже, знаете, как сконцентрироваться на живописи, поскольку съемка, ну не так съемка, тяжело дается вот с разных точек снимать, штатив постоянно передвигать туда-сюда. А вот знаете, как сама обработка, монтаж, вот это вот как бы тяжело, и глаза устают. Вот, немножко тяготит это дело. Но в целом, вот как, когда выходит новый выпуск и читаешь комментарии, слова благодарности, и ты понимаешь, что ну, людям это интересно, людям это надо, то и снимаешь дальше. Все хотел, друзья, спросить, кто знает, что это за грибы. Вот, я не знаю. Вот мне кажется, что они съедобные. Но мне так это кажется. Вот прям аж шестое чувство мне это говорит, что съедобные. Но может кто владеет ситуацией, напишите. Буду признателен. Ну что, прощаемся со зрителями. Пока-пока.